Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска. Двигатель 2.7. Автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 227 тысяч километров. Побежал бачок стеклоомывателя. Новый покупать дороговато. Решили снять этот и заклеить его. Для этого надо снять передний бампер. Приподнимая автомобиль, снимая передние колеса, их можно не снимать, если поворачивать влево-вправо, но я сниму, мне так удобнее. Снимаю решетку, решетка здесь только на защелках крепится, вот сверху 4 и вот снизу здесь 2. Снимаю обе фары. Фары здесь снимаются так же легко, как и решетка. Берем вот эти фиксаторы, поднимаем вверх с одной стороны и точно так же с другой стороны. Выводим ее вперед и отцепляем разъем. Нажимаем фиксатор. Все, фара снята. Также снимаем вторую. Откручиваю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть саморезов. Вот это я не знаю. Надо накладку снять, не надо. Но я ее сниму. Поддеваю клипсы. Головка на 8. Все, сверху бампера, все, что нам надо, мы отсоединили. Теперь откручиваем вот этих два самореза. Колеса я снимать не стал, здесь автомобиль приподнял
Колеса вывесились. Поворачивать их не нужно. Снимать их не нужно. И еще один саморез вот здесь вот снизу. Все, три самореза снял. Теперь мы берем вот эту боковую накладку, отщелкиваем. Вот саморез. Под крылом выкручиваем его, чтобы весь локер не снимать, переднюю часть отодвинем. Все, этого нам достаточно. Откручиваем торксом Т30 этот винт. Также еще не показал, снял вот эту вот клипсу верхнюю. Здесь у нас ухо заходит на нее. Вот эти вот клипсы выдергиваются туго. Заржавело, плохо крутится. Разгоню я, чтобы резьбу не попортить. И также откручиваю и снимаю с другой стороны. Теперь мы подлазим вниз. Две клипсы слева поворачиваем. И две клипсы справа поворачиваем. Вот. Теперь снимаем вот эту накладку. Вот у нас где находится буксировочный крюк. Это если в грязь залезть. Получится, что его добывать очень неудобно. Откручиваем два винта с одной стороны и также два винта с другой стороны. Это, по-моему, у нас конечное крепление бампера. Винты заржавели, грани срезаются.
Забрызгал я ВД-шкой длинной струей со шланчиком отсюда сбоку подлез. С одной стороны и со второй стороны. Сейчас винты откручу, покажу как. Вот отсюда, в это окошко, шлангом на саморезы побрызгал, постояли, начали откручиваться. Так, ну, снизу я винты открутил. Теперь здесь немножко оттягиваем бампер от крыла. Вот она здесь направляющая. И, ну, здесь нужен помощник, потому что нам надо будет отключить подачу воды на омыватель и питание на противотуманке. Стягиваем чуть-чуть бампер вперед. Вот у нас проводка. Кстати, она сверху. Отключаем ее. Разъем. Это у нас противотуманка. Она у нас идет с одной стороны подвод, но уходит на две. Теперь у нас омыватель. Где у нас омыватель? Омыватель у нас со второй стороны. Так. Снимаем его с бачка. Сейчас, подожди, не убирай. Вот. Фиксатор. Его квадратным прижимаем и стягиваем с мотора. Вот наш бачок. Бачок у нас крепится головка на 12 и два крепления головка на 10. Лопнутый у нас снизу. Вот она трещина. Герметиком пробовали замазывать. Это его просто разморозили. Остаток воды зимой замерз и его порвало. Откручиваем. Снимаем. Зачищаем. Головка на 13, не на 12.
это еще не все. Что-то еще держит. А, вон у нас болт. Еще сверху. Да, еще у нас сверху один болт. Так, отсюда нету. Тогда придется как-то отсюда через карданчик долазить. Вот и все. Поворачиваем, снимаем горловину. Опускаем вниз. Отключаем разъемы с моторов. Все, грязью закисло. Снял бачок. Вот я. Там остатки воды наклонил. Вода капает через трещину. Притом треснул он по паечному шву. Вот он, шов паечный, по нему и треснул, не по живому. Очищаю здесь все.